ничего у российского руководства и воинства не осталось с чеченским народом, кроме как нанесения превентивного ядерного удара. Ночью также произошла массированная бомбардировка города Грозного, жилых кварталов, очень много жертв среди мирного населения. Прямо в квартирах, домах люди семьями убиты. Они хотят напугать нас, чтобы мы пошли в состав России. Этого никогда в жизни не видать. Мы все помрем, но в состав России уже больше не пойдем. Можно было честно, человеческим языком, просто поговорить, там, сесть за стол, правильно? Сделать переговоры. А вот эти же разве переговоры, так разве делается? Даже варварство натурально. И во сколько это было? Это три раза бомбили. Во сколько? Ну, пол третьего днем, пол седьмого вечером и ночью где-то пол второго. Ты почему автомат взял в руку? Потому что это козлы наказать. Кого? Русских. И когда обещали? Ничего не говорят. Тайна, покрытая мраком. Знает только сам заведующий, но он не говорит. Или она. Пока в автобус не надо, там собака уже прошла. Заходите, заходите. Ну, вы посмотрели. Он говорит, не надо заходить. Заходите. В общем, с пониманием. Добросовестно, с пониманием. С пониманием относится к этой проблеме, то, что действительно... Да. Несмотря вот на все эти вот тяготы, холод, мороз, грязь, чем больше мы сможем ликвидировать, да, изъять оружие, боеприпасов, техники, тем меньше прольется крови как и мирных, так и военных жителей. Хорошо. Ну, целый днем они бывают так быстро. Потом бомбит они. Вниз идет, сразу бомбит. Thank you.
Идете? А туда. Все богатство, что там было раньше. А теперь куда мне пойти? Как мне купить тренер? Они хотят напугать нас, чтобы мы пошли в состав России. Этого никогда в жизни не видать. Мы все помрем, но в состав России уже больше не пойдем. Можно было честно, человеческим языком просто поговорить, там, сесть за стол, правильно? Сделать переговоры. А вот эти же разве переговоры? Так разве делается? Это же варварство натуральное. На диван, да. Леха, в эфир попал. А кто? Люди. Люди никому не нужны. Да. Никому люди не нужны. Никто не защитит простых. Давайте, вылезите с вами, делали. Что вы думаете, скажите? Что я скажу? Мне 80 лет. Всю жизнь я прожила здесь. Родители мои здесь всю жизнь прожили, и родители здесь жили. Все мы здесь жили, а теперь вот я одна осталась, меня никто не обижал. Вот только теперь вот обидели так. Что, да? Ну, это НТВ, да? Нет. А то? Сейчас скажу. Ну, спят в одежде, конечно, сейчас не разденешься. Маленькие, у некоторых просто матрасы. Живут вместе солдат? Давно вы здесь? 2 недели. Ну и как вас разместили? Землянки. Накрываем тентами от машин. Бревнами перекрываем, так живем. Ну там же холодно сейчас. Как отапливаетесь? Вот этот пол пару. Я, в принципе, и не боюсь, что случится со мной даже здесь. Но вы понимаете, сейчас я нахожусь здесь. Значит, все помыслы мои, конечно же, о том, как уйти, то есть не как уйти, а чтобы выйти отсюда к себе домой. Но, конечно же, умирать лучше на родине.
Сколько трупов, смотрите. Тот же место попал, скопление народа, смотри. Пойдем, пойдем. Заходим. Ваня, уйдем. Вон, это кинь спонденч, бой. Это напарник. Надо журналисту, надо. Somebody have a cigarette? Got a cigarette? Наши японцы. На связи, Балтика. На связи, Балтика. Визитная карточка есть? Ага. Нам не привыкать, это очередная ложь. Действительно, Грозно бомбили, не только Грозно, но и прилежащие населенные пункты, и Аргун бомбили. У меня пока информации нет, только я контролирую здесь информацию. Потому что ни радио, ни газеты пока не приходили, еще вчера.
Ночью бои продолжались по всей линии фронта. Нашими вооруженными силами нанесены по позициям российского войска ощутимые удары, и в некоторых частях они оттеснены назад. Ночью также произошла массированная бомбардировка города Грозного, жилых кварталов, очень много жертв среди мирного населения. Прямо в квартирах, домах люди с семьями убиты. Ни один из военнопленных не расстрелян, с ними обращаются в соответствии с международным положением. Ну все. Говорит, алло, Акбар! Все ништяк, нормально. Мы приехали специально за Не я подписывал план эвакуации, так называемая эвакуация, а на самом деле план депортации. Запомните, распоряжение номер 1880. Это уже постановление правительства народоубийства. И они убегают, вон же в Ингушетию, 7. Под видом заботы восстановления нашей экономики. Вот посмотрите. Федеральной миграционной службе России, 24 пункт. В месячный срок определить потребность в создании на территории Чеченской Республики центров временного размещения беженцев. Зачем? Ничего у российского руководства и воинства не осталось с чеченским народом, кроме как нанесения превентивного ядерного удара. В этом направлении у них потери бронетехники больше 10 единиц, а с нашей стороны потерь нету. Нету только военных, два человека раненых. Нету, а у этих... В
той стороны. Метров за 800. По ту сторону. И вы это в лесополосах сидя снайпер. Видишь там? Бег, на. Производство российское, наверное. Это у них отняли мы. Он не может никак сюда пройти. Мы и долго эти говорили, что сюда двери. Скажите, кто-нибудь пострадал? Нет, пострадать не пострадал, а имущество все пострадало. А где вы были? А в дом если попал? Все? Ничего не слышал. Да, Бога, все, видишь, что делает? Вон помощь идет.
И что ночью вы где находитесь? Квартиров нам негде быть. Только по квартирам. Такая обстановка. Ну, сила не прошла сегодня. Хочется это признавать кому-то или нет, но Россия проиграла войну. Проиграла. Это факт. Что хочу сказать всем солдатам, если они меня увидят, передать, которые сейчас наступают на Грозный, бомбят. Ребята, не надо этого делать, это бессмысленное кровопролитие. А как же присяга? А каким законом прикрывается если когда бомбит мирных жителей? Тут убивают тысячами каждый день. Только что видели нефтяные цистерны горящие. Городу угрожает экологическая катастрофа. Вместо того, чтобы тушить эти горящие языки пламени, которые подбираются к бакам с аммиаком, цистернам с аммиаком, вместо этого обстреливают живые дома. Только что, 10 минут тому назад, мы видели два разрушенных дома. Возле дома лежит труп женщины. Люди в подвале, они лишились в один день всего того, что у них было. Рядом догорает грузовик. Это ложь, прямая ложь, что бомбежки прекращены. Мы слышим разрывы бомб, мы видим результаты их деятельности. Левее возьми, левее.
пошлите, тут долетают бомбы. Все, мы должны... Давайте. Почему он не полетит и на свой дом? На своих детей это не бросят. Почему его дети не мучаются? Почему там бахнет, ну сразу, чтобы с детьми погибнуть, чтобы не знать то, что если я погибну, дети потом будут мучиться. Разве ты можешь так вот? Да, я церковь, ну что?